Шестьдесятков лет назад государственное и частное имущество охраняли сторожи с ружьями. Со временем их сменили милиционеры. На охраняемых объектах стали устанавливать сигнализацию. По ее сигналу сотрудники уже на мотоциклах отправлялись на выезд. Год за годом внедрялись новые технические средства. Сегодня это внушительный арсенал спецсредств и автотехники. Стали более-менее технически развиты, более-менее, как вам сказать, и новый транспорт появился, и новые спецсредства, и вооружение, и все. И сигнализация, технические средства, ну практически все. Изменения произошло в корне. Очередным этапом в истории вневедомственной охраны стал переход под юрисдикцию ПМР в 1991 году. Первым это сделал Тираспольский отдел. На его базе стала формироваться служба вневедомственной охраны Приднестровья. Это был сложный экономический период. Количество охраняемых объектов сокращалось, уходил личный состав. Сейчас охрана возрождается, количество объектов растет и, конечно, пропорционально количество объектов возрастает и количество личного состава. Вот. Это благодаря нашим клиентам, которые нам доверяют свое имущество. Сегодня сотрудники вневедомственной охраны обслуживают более 2000 предприятий, обменных пунктов, магазинов, киосков, квартир, домов по всей республике. Для того, чтобы охрана была эффективнее, по примеру Тирасполя, в других городах Приднестровья в следующем году внедрят электронную систему мониторинга движения экипажей службы. Глава Министерства внутренних дел пообещал, что намеченное руководством службы поддержит, и для этого будет сделано все возможное. Все для того, чтобы ваша служба была реорганизована, для того, чтобы в будущем оказывать эти услуги еще на более высоком профессиональном уровне. Лучшим сотрудникам присвоили очередные специальные звания и вручили нагрудные знаки. Теперь Альбина Бурлака не только подполковник милиции, но и отличник. Вот уже 18 лет я хожу с открытой душой на работу, и с каждым годом мне становится все приятнее и приятнее находиться на своем рабочем месте. Ирина Мишина, Олег Коваленко, Первый Приднестровский.